хочу рассказать про жесткий диск. Это жесткий диск от компании Lessie на 5 терабайт, это HDD. И недавно я прикупил его специально под проект, потому что мне в сентябре на монтаж упал очень тяжелый проект. Это имиджевое видео о Тымлотском рыбокомбинате. Тымлот — это у нас такой поселок на севере Камчатки, находится очень далеко от моего города. Туда нужно лететь на самолете. И там есть Карагинский залив, если интересно, погугли. Значит, там стоит рыбозавод, и там добывают рыбу, из которой добывают жир. Из голов, которые добывают жир, а потом делают БАДы, короче, и омегу-3. В общем, вот им понадобилось имиджевое видео, и это видео монтировал я. Полететь снимать у меня туда не получилось, по некоторым причинам, и, в общем, мне упал на монтаж. Ребята снимали его на Sony FS7, на Canon C200, мавики всякие разные, 2 Pro, там что-то Zoom, там GoPro. И самое сложное, конечно же, для меня это было Sony FS7, потому что серьезная камера, к ней еще прицепили Odyssey, и все снималось там что-то в 4:2, 4К, там 10 бит, короче, тяжеленные файлы. И исходников у них получилось больше, чем на 2 терабайта. Для моей монтажки это была катастрофа, для меня тоже, короче, монтировать было тяжело. До сих пор я монтирую вот с этого малыша, это Samsung с T5. На 1 терабайт SSD, это очень крутой диск, о нем я уже рассказывал на канале, но он всего лишь 1 терабайт, естественно, на него не получилось бы скопировать все исходники, потому что их 2 терабайта. А также мне пришлось создавать прокси для Final Cut, потому что мой ноутбук, к сожалению, сонинские файлы не потянул. Я не хочу тебе на самом деле впаривать, короче, этот диск, просто хочу сегодня в видео протестировать, мне самому интересно, в чем различие скорости SSD и вот этого диска. Его на самом деле уже ты мог везде видеть, встречать, он есть у всех западных блогеров. На самом деле это очень крутой диск, учитывая, что у него очень большой объем. Также, помимо того, что у него такой огромный объем, с него можно и монтировать, у него очень хорошая скорость. К тому же он защищен, тут у него прорезиненная такая резина. На самом деле, типа, диск выглядит вот так. Вот. Это типа жесткий, это обычный жесткий диск, просто он очень крепкий, он... Значит, он покрыт таким, типа, алюминием. Это цельный алюминиевый блок, сделан очень круто. Здесь он тоже прорезиненный. Здесь у него на торцах везде резина такие. Также у него такая вот резиновая, ярко-оранжевая хрень резиновая, которая обезопасивает его от всяких механических повреждений. Его можно брать с собой в всякие разные экспедиции, там, туры, в которых я обычно бываю. И скидывать на него, собственно, там материал. Таких дисков есть целая линейка. Они есть SSD, HDD, Type-C, есть USB, Thunderbolt. В общем, в комплекте у этого диска идет... ничего особенного там не идет. Вот такая коробка. Здесь спецификация. USB 3.1 на USB-C. И второй шнур Type-C. Чисто для маковских входов, на которых уже USB как бы кануло в лету, так сказать. Так вот, этих дисков есть разная линейка. Я взял себе именно HDD. Ну, в общем, я его хотел использовать исключительно для хранения данных, потому что для хранения своих данных я использую вот такие диски. Я, короче, заклеиваю их вот так тейпом. Это 2 терабайта архив, типа. И, собственно, это обычные ВД-шки. Их я использую для хранения. Но недавно, год назад, у меня такой диск навернулся, короче, и все данные с него стерлись, поэтому как-то так. Что самое крутое, что мне понравилось в этом диске мгновенно, как только я его распаковал и подключил вот этот шнур USB-C. Не знаю, особенность этого кабеля такая, что ли, либо там особенность входа. Короче, он очень крепко вставляется. Вот я его вставил, и все, ну, прям его не очень тяжело выдернуть. Либо потому, что он такой новый, еще не расходился. На вот этом диске, на SSD T5, такая есть проблема, что, короче, когда ты монтируешь, здесь он настолько вход расхлябался, что малейшее движение, вот он отошел чуть-чуть, и все, диск у тебя отсоединился. Так, перейдем к тестам. Итак, как я буду замерять скорость на этих дисках? Для начала я создал папку на рабочем столе, которую назвал для теста 4 терабайта, потому что у нее такой вес, в которую добавил несколько видеоисходников с разных камер, в том числе с GH5 относительно нетяжелые видеоисходники, с DJI Phantom и один тяжелый исходник в несколько секунд с Sony FS7. Sony FS7, получается, он весит сам 1 терабайт и общая папка на 4 терабайта.
самом деле мы с тобой знаем, что, конечно же, в этом споре победит Samsung T5, потому что, ну, это все-таки SSD. Не совсем уместно сравнивать его с HDD. Просто мне на самом деле хочется замерить скорость диска LCE и понять, насколько сильно скорость отличается от SSD T5. Для того, чтобы как бы нам объективно сравнивать диски HDD, чтобы было с чем сравнивать, вернее, я хочу добавить к этой паре третий диск. Это обычный HDD, VD-шка 1 терабайт. Последний тест, который я хочу сделать с этими дисками, буду делать я этот тест в кепке, если ты не против, я ее одену вот так. Я протестирую диски при помощи программы Blackmagic Disk Speed Test, вот эта программа. Вроде как она очень бодро нагружает каждый из дисков и тем самым замеряет его скорость на чтение и запись. Первым диском в испытании у нас будет обычный HDD, это VD-шка на 1 терабайт, открываем. И нажимаем старт, поехали. Неплохие показатели в чтении. Почти 70 мегабит, мегабайт в секунду, прошу прощения. Кто-то в комментариях меня уже однажды поправлял. 69,3 мегабайта в секунду. 69,3 чтение, а запись 47,2. Второй тест показал 47,2. Следующий у нас будет диск Lacy, 5 терабайт. Выбираем, open. Старт, поехали. О, скорость растет. О-хо-хо-хо. За сотку перевалило. 104. Ух, 104,8. И чтение 110,4. Selic Drive, Samsung T5. Нажимаем Open. Нажимаем Start. И просто космическая скорость. Но это SSD, как бы тут что говорить. 431,6 и чтение 521. Ты знаешь, я не могу сказать, что этот диск победил, но я также не могу сказать, что он и проиграл. Я не могу сказать, что он проиграл, но я не могу сказать, что он победил. В общем, если подвести итог, нужен ли тебе этот диск или нет, решать, конечно же, в первую очередь тебе. Но чисто мое субъективное мнение, этот диск хорош для монтажа, этот диск хорош для хранения данных, это просто очень хороший, надежный, жесткий диск. Но если тебе порой приходится где-нибудь под дождем в поле или в палатке, сидя в холоде, перекидывать материал, а если тебе еще и приходится его и монтировать в этих условиях, то этот диск как бы тебе незаменим. Потому что насколько крутой не был бы Samsung T5 SSD, насколько бы у него не были мощные скоростя, где-то в поле, там при ударе или как-то еще, все-таки его можно повредить. Ну и как бы размер у него действительно маленький, да, его можно брать с собой. Но этот диск на, все-таки на 5 терабайт, а не на 1. И сюда может поместиться реально большое количество исходников. Этот диск полезен для фотографов, для операторов, для монтажеров. Я еще не тестировал его в полях, там не ронял его в снег, не ронял его в ручей и не монтировал ночью в палатке при свете фонаря. Но я думаю, это все еще впереди. Впереди как бы там тоже начинается зимний сезон. Какие-то вылазки, там свои тоже экспедиции на морозе, на холоде.
Я буду брать его с собой. Samsung T5 я уже с собой не буду брать. Скачаю сюда всю библиотеку звуков, всю свою музыкальную библиотеку. И в полях буду монтировать с него, потому что 5 терабайт, на нем можно хранить все свои исходники, все фотографии. И не бояться снимать 4К, делать фотографии в RAW. Короче, рекомендую, но купить этот диск или нет, выбор остается за тобой. А на этом все. Быстрого тебе монтажа, хороших съемок, смотри классные фильмы, подписывайся на канал.